Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Аслан Ивар, и Плей. Сегодня мы будем играть в Роблокс. Но не просто будем в одну игру играть, а в разные игры. Так, вот давайте, почему? Сегодня 10 мая. А у меня анал создан 10 декабря. И моему аналу где-то получается... получается ему сейчас 5 месяцев. И мы будем сегодня играть из-за этот сборник. Поехали. Вот давайте в первую игру сыграем про Чернобыль. А чё есть? Готовы? Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ой. Кажется, мы много чего пропустили. Сейчас сделаем от первого лица. Что там нам пишут? Удалите там. Я главный пожарный. Я главный. Следите за реактором, идиота. Это не надо делать. Я пожарный. А я, значит, если они главные пожарные, я командир. Чё? Так, что тут у нас происходит? Так. А что это у нас тут за кнопочки? Ещё вот тут нажмём. И вот тут. Так, что это там? Я имею в виду, я главное, я буду следить за редактором. Я главный. Это следит за редактором. Все равно я тут, смотрите, не понимаю, куда тут нажимать, что... А что у него мало жизней? Поздравляю, у нас редактор взорвался. А, вот так. Я сам не понимаю, куда нажал. Чего-чего, сейчас я этого... Запоминаем. Так, что тут у нас происходит? Что тут происходит? Не знаю, точно может взрыв быть. Стержни поднялись. Он на спавне. Интересно, почему? Бежим отсюда, бежим! Открываем дверь. Я знаю, через турбинный зал можно идти в самый низ, и там будет улица. Понятно? О, вот это уже не смешно. Давление падает! Давление падает! Открываем.
что за взрыв? Да хватит тут клацать, вот так. Лучше стержню поднять, а не опустить. Кто-то, видя, умер. Идем, что тут у нас происходит? Это что тут у нас за собрание? Не иди туда. А у нас в зале реактор. А вот, не толкайте меня. Что, все? А, ну да, я отвлекся. Так, там главный пожар, но у нас что-то видео хочет специальный отряд. Так, мы продолжаем. Воды невозможно. Тампон. Чернобыль с АЭС. Спасибо, мы не знали. Что тут у нас происходит? А, все. Все нормально уже. Ладно, давайте зайдем в другую игру. Это наши друзья играют некоторые с Инны. Буа-буа. Во что сыграем? Три игры мы с подругой играли. А то ли что-то давно в Roblox не заходит. Мы что будем играть? О, что это за игра прикольная? Припять, город будущего. Чего? Ладно, давайте потом зайдем. Кстати, что это за библиотека рисунков? Это мы будем в библиотеке этой фигуры, то это почему рисунков? То что, рисовать нужно будет? Что это интересно за игра? А, это типа тренировочный уровень перед фигурой. Что это? Стоп, а что тут музыка с 50 уровня? Что, подсесть нельзя? Ой, что это? Ой, бедная девочка. Это что такое? Точно не умер. Бежим! Тумбочки нельзя открыть. А что тут музыка сотого уровня? Мне фигура убила. Ой, фигура не знал, что она такая бешеная. Вообще-то в оригинале она не такая. Ах, не отрывается. Так, давайте сюда сейчас. Давайте зайдем. Просто уровень трофе уру. Например. Ведем, давайте.
уровень с фигурой. Не, они не поняли, про какую фигуру я имею в виду. Ой, это что, уровень с фигурой? Это просто Дора что-то подделала, или это и на уровень с фигурой? Не работает. А давайте еще вот так подпишем. Дорс. Уровень с фигурой. Может сейчас получится? Я не могу войти. Так, давайте сейчас. Не. Там был уровень, но он что-то не входится, нельзя войти. Не получается. Давайте зайдем в Brookhaven. Смотрите, сколько сейчас людей играет. 578 людей сейчас играет. Тысяч, вернее. 578 тысяч. Это что-то... Ой, да, что не нажимается? Секунда. Сейчас перезашли, можно сказать. Друзья до сих пор играют в эти сны буквы. А это что это? Да. Может сейчас ины с фигурой получится. То есть... Уровень с фигурой. Ой. Уровень с фигурой. Давайте. Сейчас вроде получится. Сейчас тут ноль людей играет. А что тут можно резче нажать? Я нажимаю, не работает. Все, заходим. Чего? Что это такое? Опять заходим. Так, поехали. Так, поехали. Включаем звук, потому что в дождь, я не знаю, звук полезен. Сейчас первый раз будем с фигурой проходить.
А что мы в магазине делаем? О, витамины. Это что? Почему мы там до этого вместо гоблина были? Лобус? Что-то тут непонятно, что происходит. Кто ты? Что ты хочешь? Что происходит? Ладно, выходим. Это не уровень, это уровень. Непонятно, что это за уровень. Уровень — это девочка, которая просто сидит. Так, начинаем. Добро пожаловать в Брукхевен. Это мы знаем. Обновление. Я сегодня тут уже играл, как будто. У меня лицо другое стало. Идем на нашу горку. Не на нашу, а на... Давайте сначала ощелью покачаемся. Смотрите. Круто сделал, решил. Это... Ой, я в бассейне плаваю. Давайте сейчас от первого лица это сделаем. Ой, что это меня толкает? Поехали так. Это что? А, это медицинская помощь. Ты это зачем она возле меня крутится? Спасились. А по орке залезть можно? Потому что некоторые делают, типа, не по орке залезают, а прямо на площадке. Смотрите, не по орке, тут не получается залезть. У нас Ольцэн. О, дощечка. О! Ничего себе дощечка, я даже лицом вниз упал. Это мы тут следит. Крутое развлечение, Брукхевен. Я в него люблю играть. Это мне тоже подружка показала. Ой, Асель. Зря мы Ачили-то сильно раскачали. Теперь она остановиться не может. Ищем си... О, давайте сейчас... Оробление здания. Оробление. О, тут дверь забыл закрыть. Едет. Я однажды тогда был нубом, не понимал, что происходит. Арестовали меня. То есть это обограли. Инструменты мне нужны. Нас не догонят. А, это тут падает. Если кто-то нападет, то будем защищаться. Ну, а сейчас я вам покажу свой дом. А мой дом по соседству с этим домом, который мы обрать хотели. Вот он. Тут можно покушать, пожарить. У меня уютный дом. Вот тут второй этаж, там можно посидеть. Тут есть места для съема, вот видео можно посмотреть. О, Майнкрафт. Можно тут смонтировать видео или снимать стримы всякие. Вон,
Опс. Так, что-то там будем. А на стене лучше посмотрю. Награда абонента Йорьес68. Спасибо. Золотая и серебряная кнопка Ютуба. Вот тут можно снимать типа видео. А так, например. Всем привет, ребята. Вот сейчас покажу. Там фон. Всем привет, ребята. С вами снова Игорь и Плей. Сегодня мы будем снимать новости. Ладно, шучу. Вот смотрите, тут даже рандовый с новостями фон появился. Что-то новости сейчас рассказывать. А ну там. Тут тоже можно видео себе и посмотреть. Тут тоже Майнкрафт. Тут у нас раковина, там туалет. Кроватка поспать можно. Слип спать. Ой, я сейчас стрелять вот так могу. Кто что-то рабит, тот пусть и уходит. У меня. О, чья лошадь? Ладно, друзья, сегодня мы играли в Roblox. У нас сегодня будет 5 месяцев моему каналу. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем добра. Всем пока.